победили, мы все рады очень. Я в первую очередь рад, вот Виктор Васильевич говорил, что турнир который год привлекает, то есть ребят, воспитанников. То есть сейчас такое время, что все с семьями, то есть взрослые, у всех свои дела, и в повседневной жизни вот мы редко видимся. А тут как бы я вот вижу вот людей, с которыми, я уверен, что я в течение года вообще не буду общаться. Поэтому как бы, оно очень приятно видеть людей, общаться. Турнир объединяет в любом случае. Я бы сказал, что, во-первых, спасибо всем участникам турнира, которые в нелегкое на самом деле время, находят время приехать, кто-то из Гомеля, кто-то из других городов, и не только поиграть, но и пообщаться. Это самое важное, что-то повспоминать, какие-то моменты жизненные. Ну а по организации, я бы сказал, с каждым годом организация все лучше и лучше, потому что сначала мы начинали во второй школе, в спортзале, на досках, но постепенно вот в связи с манежем мы перебрались сюда. И на самом деле очень приятно здесь играть, и атмосфера хорошая, и зрители присутствуют на трибунах. Так что и такие игры получаются неуступчивые, понимаете. Так что радует, что и сильные футболисты с высшей лиги приезжают сюда и играют. Так что спасибо всем. И как игрок, и как зритель, да. То есть я в том году как игрок выигрывал, в этом году начинал, сейчас как зритель. То есть мне интересно, опять-таки, там мало времени мне дают поиграть. Видишь, не рассчитывают на меня, слабые. Но свою лепту я все равно внес. Понятно, никто не хочет проигрывать, товарищеские, не товарищеские, дружеские, но на поле это забывается. После игры, да, подошел, руку пожал, все нормально. Вот, как говорится, это футбол. Собираемся, поиграть в удовольствие, так сказать. Как говорится, почтить память хорошего человека. Вот. То, что лучший игрок стал, хотел, конечно, чтобы команда первая стала, как есть, не получилось немножко. Знаете, воспоминания не самые лучшие. Самые лучшие, потому что Владимир Дмитриевич много нам давал, как второй отец. Не только какие-то футбольные моменты подсказывал, но и жизненные. Формировал нас личностные характеристики какие-то, характер. Это все всегда пригодится в жизни, понимаете. Так что большая ему благодарность за это. Только теплые слова. Дорогие друзья, уважаемые организаторы турнира, выпускники и воспитанники Владимира Дмитриевича Агеева, болельщики, все, кто знал Владимира Дмитриевича и все, кто просто любит футбол. Прошло уже 12 лет, как нет с нами дорогого нам человека, но память о нем жива. И свидетельством этому очередной турнир в его честь. И в честь всех тех, кто посвятил свою жизнь футболу. Спасибо всем вам от всей нашей семьи. За то, что, несмотря ни на что, вы пришли и приняли участие в этом турнире, показали красивую игру, проявили волю к победе и тем самым отдали дань памяти человеку, который беззаветно любил футбол и был предан всю свою жизнь до последнего дня футболу. Мы поздравляем победителей турнира, благодарим всех игравших и присутствующих, поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо.